Привет, Попикус. И мы продолжаем рубрику с идиомами, в которых содержатся числа или цифры. Сегодня таким выражением будет second to none, который переводится как непревзойденный, лучший в своей области, где угодно. Так и оставим на русский непревзойденный. Один из самых ярких примеров, в который у меня крепко осел в памяти с этим выражением, был момент при прочтении книги о Майкле Джордане, и там было такое замечательное выражение «His will to win was second to none», которое переводится как «Его воля к победе была непревзойденной». Почему оно для меня запало так? Это немного другая история, но если вкратце, я не мог никак долгое время сформулировать как-то свою мысль, почему Джордан лучше, чем другие игроки. И это не только в статистике отражается, естественно, не только в победах, а именно вот этим предложением, когда я его прочитал, все стало ясно. His will to win was second to none. То есть его воля, его желание, стремление к победе была непревзойденная. Поэтому вот такое вам еще одно выражение. Вы можете его использовать как угодно, то есть second to none, непревзойденный. С чем угодно можете его использовать. Мир.